вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого ефіру – законний шлях вирішення проблеми безпритульних тварин. Саме на цьому наполягає міський голова Олександр Сенкевич. І чи можна йти законним шляхом? Дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. У нас в студії зоозахисниця Наталія Данилюк та представник громадської організації «Центр відповідального ставлення до тварин» Володимир Лісняков. Вітаю вас, друзі, у нашій студії. Акції зоозахисників та сутички з їх противниками тривають. Минулого тижня після інформації про присипання та кремацію десятків собак у комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» сталися бійки між прихильниками різних варіантів розв'язання проблеми бродячих собак. Давайте подивимося. Конфлікт на підвищених тонах розгорівся в холі біля сесійної зали міської ради. Захисники тварин звинувачували директора комунального підприємства Олександра Голубруцького, на відео він у бордовій футболці, у безпідставному присплянні 7 десятків собак. І я, як нормальний чоловік, як зоозащитник, я як нормальна людина, як зоозахисник, я не піду з цієї зали, поки не буде прийнято рішення і доки ця мерзота не піде з КП. Я звідси не піду. Мені байдуже, з ким вести бій за собак міста Миколаєва. Є законодавство, законодавство потрібно виконувати і тільки зараз, от з приходом цього чоловіка на пост директора КП, ситуація в місті з бродячими собаками є законодавство, його треба виконувати. І тільки з приходом цієї людини на посаду директора комунального підприємства ситуація в місті з бродячими собаками починає покращуватись. Тому я підтримую директора підприємства. Сьогодні відбулася знакова подія. Любителі бродячих собак, хто називає себе зоозахисниками, основна теза яких була – сьогодні вбивають собак, завтра вбиватимуть людей. От сьогодні вони показали, як вони готові вже сьогодні вбивати людей. Словесна перепалка закінчилась бійкою. Олександра Голубруцького та його групу підтримки оточила поліція. Від кулаків це не врятувало. Сьогодні, 17 липня, під час проведення чергової сесії міської ради, під час перервного засідання виник конфлікт між директором комунального підприємства «Центр захисту тварин» та працівниками комунального підприємства. Конфлікт працівниками поліції було припинено. Люди запрошені до центральної відповідальності для дачі показу. Буде проводитися зустріч. Ось така бійка розгорілася у приміщенні міської ради минулого тижня. І у нас, звичайно, що є дзвінок, але мені б хотілося, по-перше, спитати у наших гостей. Володимир, будь ласка, ви як юрист, як ви оцінюєте цю ситуацію? З поваги до наших глядачів я перейду на російську мову, для того, щоб всі, хто нас дивляться, нас зрозуміли. Будь ласка, як вам зручно? Значить, ситуація, яка сложилась на комунальном предприятии Центр защиты животных, это полностью ответственность двух депутатов городского совета, Апанасенко и Веселовской. Благодаря своей террористической деятельности, которая полагая в том, что они постоянно запугивают депутатов горсовета, людей, общественников, их помощники и прихлебатели постоянно терроризируют город своими угрозами в разоблачениях, причинении физического, морального и материального вреда. Они привели город к тому, что с 1 января 2018 года в городе нету специальной программы по работе с животными. В связи с чем единственный законодательный акт, на котором должна основываться работа КП, это закон о
противодействии жестокому обращению с животными, Конституция Украины, Уголовный кодекс и некоторые законодательные акты, которые рядом определяют поведение с животными. Это закон о тваринном світі українською мовою, якщо закон о ветеринарной службе и ряд других законодательных, да, законодательных актов, которые каждый в своей небольшой части отвечают за то, каким образом люди должны обходиться с животными, как обходиться с животными, например, коровами, свиньями, курами, кошками, сейчас собаками и другими. И другими собак. На самом деле это все животные, мир животных, которые нас окружают, начиная от птичек и заканчивая крыс, которые живут в наших подвалах. Вот поэтому вся вот эта вот история, которая была в горсовете, во-первых, сосредоточена только на собаках. Это главное, что отличает вот этих вот людей от нормальных зоозащитников, которые занимаются, в принципе, защитой животных от человека и человека от них. И для того, чтобы распределить зону ответственности, как правильно тех же коров, извините, на бойнях, не жестоким образом приводить в состояние мяса, которое мы, многие из вас, кушаем спокойно. Так вот, вот это вот, собственно говоря, ситуация, когда 70 голов, 70 особей, именно собак, были вынуждены подданы процедуре усыпления, связаны именно с тем, что отсутствие программы требует от КП определенных действий, согласно статье 17 вот этого закона о том, каким образом происходит умертвление животных. Эта статья говорит о том, что дикие животные, несоциализированные животные, животные, которые находятся в состоянии предсмертном, то есть тяжело больные, старые, дряхлые, или же те, которые не могут быть социализированы, потому что они находятся в состоянии одичания, они должны быть, к сожалению, громаднейшему сожалению всех нормальных людей, они должны быть усыплены гуманно, они должны быть усыплены в соответствии с процедурой, они должны, главное требование закона, чтобы животное перед смертью не чувствовало угрозы своей смерти, и ее смерть была, ну, практически уходом, как говорят добрые люди, уходом на радугу. То есть собачка ушла на радугу, кошечка ушла на радугу. Во всем цивилизованном мире такие процедуры происходят в частных клиниках, когда владельцы животных приносят своих уже дряхлых, старых, любимых, любимчиков, членов семьи, для того, чтобы они не мучились, потому что мучение животного, которое не может сказать «мне плохо, мне больно, помоги мне», и видно, что он вот в судорогах, этот кот, эта собака, этот ежик, эта белочка, неважно кто, главное, что оно вот живое, и оно чувствует боль. И вот эти вот 70 животных, которые были уничтожены, к сожалению, уничтожены из-за бездействия Апанасенко и Веселовской, которые пытаются на этом деле нажиться просто на деньгах горожан и всего города, и на деньгах бедных несчастных людей, которым поверили им и которые дают им денежки для того, чтобы содержать каких-то неизвестных мифических животных. Вот из-за этих вот людей эти 70 особей были, к сожалению, подданы этой процедуре. Володимир, я перепрошую, у нас є дзвінок. Давайте все ж таки послухаємо наших глядачів. Алло, ви в ефірі. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Будьте добрі. Я предыдущий раз уже дзвонила один раз. От скажіть, пожалуйста, як защитить человека, вот эти женщины, во-первых, позорно, как это драться в горисполкоме, как можно защитить людей от собак. Вы представляете, я нормальный человек, мне 70 лет, но я живу на Спасской, и они мне никакой жизни не дают, целую ночь орут. И у меня вторая группа, да? Вот. Но они зато вот это на ухе, как там что-то висит у них. Я перепрошу, собака кричат, чем у меня к вам вопрос. У меня а как к вам вас вопрос. Зовут? Неужели вот это все общество, для чего оно там собрано? Мне кажется, бездельники, ничего не дающие ни обществу, ни себе, кроме этого крика. И некоторые депутаты их еще поддерживают. Это просто позор. Это, добрый, мы зрозуміли ваше запитання. Вибачте, у нас мало часу в ефірі. Ми зрозуміли ваше запитання. Володимир, будь ласка, як захистити себе? Это был не вопрос, а скорее была такая комментарий, но все ж таки мнение, значит, ну, в этой конкретной
уважаемые жительницы города Николаева. Я все ж таки не зрозуміла, хто кричить, собака чи люди? Что как раз таки КП, о котором идет речь, и должно заниматься решением этих вопросов. Потому что кроме бездомных собак у нас есть большая проблема, что многие владельцы обычных собак, которых они считают своими, они нарушают закон, если уж говорить прямо, они их не регистрируют, они их никак не воспитывают, они не заводят на них специальные санитарные книжечки, они не водят их в клубы кинологов, они не учат их, не воспитывают их, как вот некоторые нерадивые родители не воспитывают. Вот, а защитить можно только если КП будет работать именно так, как оно должно работать. Не заниматься кормлением собак, которые находятся у них, не тратить все свои силы на содержание собак, которые у них есть. Этим должны заниматься приюты, коммунальные, частные, общественные. А чем повинна займатись КП, коммунальный контролем. Центр защиты тварин? Это контроль. То есть они должны проверить, дикая собака, не дикая собака, социализирована, не социализирована, есть у нее владелец, нет у нее владельца. Если у нее есть владелец, то спросите у владельца, почему твоя собака мешает другим жить? Кто тебе дал право свою собаку отпускать без намордника, извините, гадить на чужих клумбах, там кусать чужих детей? Это может быть владельческая собака. Обычный какой-нибудь кокер-спаниель, такса или даже беспородный. Но этим должны заниматься и полиция в том числе, и если это будут инспекторы. Дело в том, что, как вот, я абсолютно с тобой согласен, это и полиция. Но как полиция может действовать, когда она не знает, чья это собака? А как она может, а КП должно как раз таки организовать регистрацию? То есть коммунальное предприятие, как предприятие, которое именно направлено на решение этого вопроса, должно соблюдать программу, которая до сих пор так еще и не приняла. Которой нет, собственно говоря, коммунальное предприятие должно действовать. Тобто дотримуватись пока... Смотрите, нет. Вот эта вот программа, это... Вибачте, у нас есть снова звонок, давайте послушаем, так, а потом продолжим. Алло, вы в эфире, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем, алло. Владимир Николаевич меня зовут. Евгеньевич. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к вам как к журналисту и обращаюсь к тем собравшимся защитникам животных. Неужели в Николаеве нет более существенных проблем, чем защита собак? У нас бомжи наши находятся в более, я не знаю, в каких условиях. Почему нельзя помочь тем же бомжам? Те люди... Они не все оказались по своей, как говорится, воле, там, за чертой. А у нас защищают собак, своры собак. Это что, удобный способ отмывания денег? Ну, сейчас, Володимир, відповідайте. Значит, людьми без определенного места жительства занимаются огромное количество людей. Это социальные службы, общественные организации, международные и украинские. И вы, если переживаете за судьбу конкретных каких-нибудь людей или же в целом, можете всегда сами себя привлечь к работе волонтерской, не волонтерской, помогать как действием, так и деньгами, советом, помощью. Потому что действительно люди, оказавшиеся на улице, это не всегда пьяницы, пропойцы, наркоманы и вообще... Но ситуации бывают разные. Да, бывают абсолютно разные ситуации. И на самом деле многие люди в городе Николаеве, я их лично знаю, именно занимаются вот этой проблемой. Почему собаки? Потому что собаки стали слишком явными. Еще 2 года тому назад можно было спокойно ходить по городу, можно было абсолютно спокойно ездить на велосипеде. 2 года тому назад город был обычным городом, где... А может, это диверсия якась? Не думаю, что это диверсия, это бездеятельность предыдущего дирекции КП, которая за 2 года, использовав огромное количество денег, например, только за 2017 год они потратили более 4 миллионов гривен городских бюджетных денег за то, что они просто сидели и полгода сидели на так называемом карантине из-за какой-то там чумки. Я не знаю, была-то чумка, не была-то чумка. Полгода КП вообще в принципе не работало. Вот как сейчас 3 дня из-за вот этих вот саботажей не может работать КП, из-за этого невозможно не вызвать на... Мертвый труп, невозможно отловить агрессивную собаку, которая реально агрессивная. Вот только вчера одну девушку в районе нового эпицентра, на нее вечером напали собаки. Она попыталась обратиться в КП, а КП сказала, мы не можем, потому что мы заблокированы.
Наталія, ваша думка, будь ласка. По поводу блокировки комунального предприятия или в целом ситуации взагалі, в городе? Взагалі, мені... Ну, мы начали с сюжета, как так, бы, да, так. То, что происходило в исполкоме. Вот лично для меня, несмотря на то, что там зоозащитники, просто люди, к какой бы общественной организации, там, национальным меньшинствам и так далее, кто не относился, это просто зверство, то, что происходило на, ну, вот в тот момент на, в исполкоме. Так вы не поддерживаете своих коллег? Ну, мои коллеги, если бы это были зоозахисники, то они бы себя так не вели. Потому что отношение к животным и отношение к любому живому виду, люди, птички, рыбки и так далее, оно же должно быть одинаковое. Нельзя, допустим, любить животных, а конкретно собаки, до такой степени ненавидеть людей, чтобы кидаться, там, кусаться и так далее. То есть для меня это, ну, как бы показатель, вот как говорят, да, отношение к животным – это показатель и индикатор человечности людей. Вот то же самое произошло. То есть, ну, люди показали свое истинное «я», люди показали свою человечность. То есть это отношение не только к собакам, но и вообще к человеку, да, ко всему живому. До людины. Любой вопрос должен решаться в разговоре, пусть это будет спор, пусть это будет выяснение, но опускаться до побыття, украинскую мову, ну это, по-моему, низко и мерзко, тем более в таком количестве людей, в исполкоме, то есть это... Я перепрошую, у нас знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Добрий вечір, мене звати Марина. Добрий вечір. Я хотіла би узнати. Вот мне интересно, вот 70 собак, которых уцепили, кто решал их дряхлость, кто решал, что они больные, кто это все, ну, кто это сказал, что они вот 70, кто производил их осмотр? Спасибо, зрозуміло. Будь ласка, Марин, Наталія. Наверное, все-таки этот вопрос надо задавать не мне и не Владимиру. Я могу сказать, как это должна была быть процедура. Я не могу сказать, была она соблюдена или нет. То есть собирается комиссия в составе 3-5 человек, это утверждает директор своим приказом. И каждая собака должна рассматриваться отдельно, выноситься на голосование, составляться акты, подписываться директором и выноситься, собственно говоря, приговор, который приводит в исполнение ветеринарный врач либо несколько квалифицированных специалистов. А было ли соблюдено и законно ли проведено? Так? Конечно, это вопрос надо задавать. У меня тоже, кстати, есть конкретный ответ на этот вопрос. Во-первых, согласно заявлению официальному, которое произведено самим директором, была собрана эта самая комиссия. Что касается вот этой процедуры, о которой говорит Наталья, эта процедура была предусмотрена одним интересным приказом, который действовал до марта 2018 года. Этот приказ был разработан специальным департаментом Министерства здравоохранения о том, каким образом проводится эвтаназия, по каким показаниям и так далее. Вот, в принципе, из того, что было сказано в отчете КП, в целом, не просто одного директора, а всего КП, которое все-таки есть юридическое лицо, и оно отвечает за всю свою деятельность, так сказать, не один конкретный человек, а все КП, то есть директор, юристы КП, работники КП, то вот то, о чем говорит Наталья, это было вот действительно так. То есть должны были быть собрана комиссия, должна была быть... Желательно, действительно желательно, чтобы на этой комиссии должны так? быть присутствовать теоретически представители защитных организаций, общественности. Конечно. Но с учетом того, что вот эти вот люди, которых мы видели в этой драке, в течение действительно 6 месяцев терроризируют город, не дают работать нормальным зоозащитникам, они просто закрыты, их не пускают никуда. Если они появляются, начинают говорить, их, извините, проклинают до 3-7 колена. Вот я просто, ну, Наташа об этом молчит, ей не, может быть, неудобно об этом говорить, но лично ее проклинали во всех возможных способах и всеми возможными путями. А в чем у вас звинувачивало? В том, что она плохая зоозащитница. То есть, будучи организатором, изначальным организатором одной из зоозащитных организаций, некоторые люди, которые вышли из нее и считают, что они с ней аффилированы, они позволили себе просто, ну, поливать говном так, что ни в одном суде уголовном... Володимир, таком... мы в прямом эфире. Ну, потому, а по-другому это я очень мягко говорю. Я могу показать вам, извините, скрины этих разговоров, которые были в общественном обсуждении в сфере Facebook. Давайте послухаємо, вибачте, давайте послухаємо, у нас є знову дзвінок. Наші глядачі сьогодні дуже активні. Добрий вечір, ви в ефірі. Я
И у меня такой вопрос. Полгода назад была передача по Миколаеву, где были захисники против вот этих людей, которые не любят животных. И глубоко уважаемый этот директор, он был на стороне людей, которые не любят собак и против собак. Как можно было его ставить директором этого предприятия, если он вселюдно по телевидению полностью даже отрицало существование, что они совершенно ненужные, ну, существа. Как можно было его вообще поставить директором КП? Вот скажите мне, пожалуйста. Ответьте на этот вопрос. Можно я отвечу на этот вопрос? Кратко, чтобы я добавила. Да. Не только в собаках дело. Я, например, обожаю котов. И считаю, что если человек тронул кота, то его можно закопать глубоко под землю. Но это мое личное мнение, и я не гоняюсь за теми людьми, которые не любят котов. Если кто-то посчитал себя любителем собак, и вдруг решает, что только собаки достойны внимания зоозащиты, то я прошу прощения, это не зоозащита, а кинофрения какая-то. Угу. Олена, будь ласка. По поводу назначения, да, директора? Так, то есть, опять-таки, вопрос, наверное, питання. Не к нам, потому Звичайно, что не за адресы, але... Да, но, тем не якщо менее, ми тут, студии... если уже говорить о назначениях, то есть сначала у нас выбирается одна кардинальная сторона. Это полная любовь к животным, притом она вот в полном смысле слова безумная. То есть назначается директором ткач Людмила Анатольевна. Мы видим результат, то есть превращение работы коммунального предприятия в работу приюта. Дикая агрессия против людей, которые высказываются хоть как-то против как бы данных действий, да, и против животных, против собак конкретно. И потом мы видим обратную сторону медали, то есть убирается, устраняется директор ткач и назначается человек, который отстаивает кардинально другую точку зрения. Для чего это делается? Ну, наверное, история покажет, мы увидим в итоге, для чего, почему и как. Но данные назначения у меня тоже, например, вызывали очень много вопросов, и до сих пор у меня большой данный вопрос под знаком большим вопросом. У меня есть ответ на этот вопрос, почему именно этот конкретный человек был назначен на это место. Потому что после, к сожалению, директорства гражданки Ткач, КП не существует, не существовало. Если вы почитали хоть чуть-чуть из того, что даже журналисты рассказывали, ваши коллеги, что когда туда пришли люди, которые никогда не работали на этом предприятии, посмотрели, что там было, это была свалка, грязь, мусор. И на этом всем, и за это все город заплатил в 2017 году более 4 миллионов за свалку, грязь и мусор, и за то, что госпожа Ткач занималась в Фейсбуке рассказами о том, как она кого-то там спасает. Напоминаю всем, вернемся к юридической части этого вопроса. Программа предусматривала отлов, стерилизацию и вывоз на место отлова. Никаких приютов. У нас в городе нет приютов. Вот те люди, которые кричат «как же ж, как же ж, как же ж», они никогда не задавались вопросом, а почему у нас за эти два года не была пересмотрена программа? Почему в январе 2018 года не была принята другая программа, которая бы сказала «нам нужен приют, дайте нам приют». Володимир, на сьогоднішній день є декілька варіантів вирішення проблеми безпритульних тварин. Два проекти – це департамент житлово-комунального господарства і один запропонувала Лариса Веселовська. Я знаю, как она его запропонувала. 17 мая 2018 года ей мэр Сенцкевич сказал, ну что вы все время кричите, дайте мне программу. И она дала. Вы почитали эту программу? Это можно свернуть трубочкой и выкинуть даже не в туалете, потому что даже в туалете ей воспользоваться невозможно. Там нет ни обоснования, ничего. Единственное, что там написано, что за то, чтобы удовлетворить желание Веселовской, город заплатит более 30 миллионов в ближайшие 3 года. То есть все ваши садики, все ваши пенсии, все ваши квартиры, весь ваш электротранспорт может быть забыт, похоронен, зато собачки ваши будут, которых вы не любите на самом деле, потому что если бы вы их любили, их не было на улице, вы бы их не выкидывали, вы бы их не забрали из КП, и вы бы с ними прекрасно жили в своих квартирах. Вот вы их не любите, а вы за них будете платить. Мільйони денег. Володимир, у нас зовсім немає часу, і все ж таки, коротенько, щоб підбити підсумок нашого сьогоднішньої зустрічі. Будь ласка, законним шляхом
Можна вирішити цю проблему? Так, якщо уволять Веселовську з депутатів. Наталія, ваша думка, будь ласка. Обов'язково. Це можна вирішити законно, якщо буде прийнята комплексна програма, в якій буде прописана відповідальність кожного людини. Коли у нас всі, кому не лень, да, кричать, одні – заберіть з вулиці, вторі – а у мене ніколи не було собаки, це не моя проблема. Це проблема кожного людини, кожного жителя міста. І якщо кожен буде відноситися відповідально, реєструвати, препятствувати незаконному розведенню, продажі. Можна уточнення? Кожного, хто любить собак и хочет их у себя держать. Володимир, все, больше часа нема. Все-таки люди, которые не хотят иметь дело с животными, могут оказаться... Это называется ответственность ставлю, общественно... потому что если я не могу содержать собаку, то я, соответственно... И не хочу, например, содержать. Кто не хочет, тот и не содержит. Друзья, у нас больше немає часу. Главное, что мы з'ясували, что цю проблему в решении безпритульных собак вирішити можливо. И вона буде вирішуватись. Все, часу больше немає. На все добре.